На часах без 5:09 вечера. Мы находимся в районе площади Революции. Сейчас здесь стоят металлоискатели и большое скопление народа. Несколько тысяч человек пришли, чтобы отметить победу своего кандидата Владимира Путина. Никто сегодня здесь не сомневается, что именно Владимир Путин станет новым президентом России. Сейчас мы попробуем узнать мнение собравшихся. Простите, можно один вопрос? Как вы думаете, кто сегодня на выборах победил? Ой, я даже не знаю, что и ответить. Вы не знаете, кто выиграл, но пришли сюда? Да, да, да. В надежде, что выиграет лучший. А кто лучший? Победит лучший из лучших. То есть вы пришли за честные выборы или поддержать кандидата Путина? Да, конечно, за честные выборы. Мы видим, что площадь Революции уже заполнена людьми. Вот здесь стоят те самые металлоискатели, и мы видим, что сотрудники полиции просто не успевают. Силовики ужесточили пропускной режим даже для прессы. Чтобы попасть на Манежную площадь, многим пришлось простоять в очереди около часа. Напряжение в толпе росло. Казалось, что еще секунда, и прямо у металлоискателей начнется драка. Да у вас не пролезешь. Я пройду спокойно, а не вместе с тобой. Пропускай дорогу. Народ замерз, пропустите. Студенты пришли на митинг с бейджиками, на которых была пропечатана английская W. Видимо, это ответ про кремлевской молодежи белым лентам на Болотной. Ваша эмблема, что означает у вас наши? Поддержка Путина. Поддержка Путина. А почему W английский? Владимир Владимирович. Да. И все. В значит Владимир. То есть это некая такая интернет-форма поддержки? Да. Да, сеть сторонников Путина. Мойпутин.рф. А сколько уже участников в этой сети? Достаточно много. В Оренбурге около 150, я оттуда. А по России, я думаю, тысяч, наверное, 50. Почему вы сегодня пришли сюда? Как зачем пришли? За нашего президента. Поддержать его. А, его же еще не объявили президентом. Ну, какая разница у него? А мы верим в это. Вот видите, везде написано. Верим, верим, верим. Он офицер, он порядок сделает. За 12 лет Путина 8 лет президентом, 4 года премьер-министром. Что случилось в моей жизни? Зарплата возросла в 3 раза. Инфляция, конечно, намного ниже. Я пользуюсь всеми льготами, я военнослужащий. У меня дальнейшие планы на жизнь. То есть я вижу свое будущее. В награду самым стойким спел Трофим. Затем на сцене появилась группа Любэ, и стало ясно, что Путин уже за кулисами. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, как всегда, в режиме онлайн рассказывает о результатах соперников. Только на этот раз на кону не кубок, а президентское кресло. На большом электронном табло появляются свежие данные из ЦИКа. Итак, обработано без малого 30% бюллетеней. Владимир Путин 63,17% голосов. Наконец, премьер-министр поднимается на сцену, и не один, а со своим предшественником. Дмитрий Медведев и Владимир Путин! Не дожидаясь окончательных результатов выборов, Медведев неофициально передает, а точнее возвращает эстафетную палочку Владимиру Путину. Я обещал вам, что мы победим! Хотя оппозиционеры утверждают, что на митинг в поддержку Путина людей принуждают ходить, очевидно, что заставить 100 000 человек пойти против своей воли просто невозможно.